креативном пространстве «Квартал» в дни летних каникул заработала мастерская книг. Наносим клей. Так, меряем длину книги и длину полоски такая, чтобы они совпадали по длине. Отрезаем, какая нам нужна длина книги. Так, и берем тряпочку и берем. Так, можно? Склеиваем полоску аккуратно, чтобы буквы были все видны. Полезные для детей мастер-классы по сохранению старых книг проводят архивисты-реставраторы Государственного архива новейшей истории в рамках выставки «Документы оборотни». Ее экспонаты – оборотные стороны архивных документов с 1920 по 1940 года. Стали для архивистов настоящими находками. Во-первых, это те документы, которые потеряли свою ценность. И в советский период это в первую очередь дореволюционные документы, которые не являлись уже чем-то важным для пришедших к власти людей. И они их использовали наоборот. Во-вторых, в годы войны, в частности, существовал значительный дефицит бумаги, и поэтому использовалось практически все. На выставке мы можем увидеть оберточную бумагу от печенья, чая, мыла, различные образцы обоев. Одной из самых интересных архивных находок среди оборотных сторон документов является бланк приглашений на родительское собрание женской Мариинской гимназии. Юных участников мастер-классов заинтересовал другой экспонат – печатная машинка бабушка компьютера. Оказалось, освоить ее с первого раза не так просто. Еще в 90-е годы прошлого столетия архивисты использовали ее в своей работе. Выставка будет работать до конца недели. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.